такой взрыв. Волной кидает меня туда, в сейф, все летит, все рушится. Сын кричит: папа, ты живой? Ну, живой. Ну, еще не соображали мы, что это такое. И тут же минуты полторы, второй взрыв, все. Повылазили, тут чуть расчистили, люди кричат, тут сумасшедшие были крики. Ноги торчат, головы торчат, ну, тут это очень жестоко, ребята, это очень жестоко было. Армія каже, ми сюди не стріляємо. Ополченці говорили, що у нас оружия такого нету. І хто стріляє, що стріляє, неізвісно. Отошли, зараз вроде спокійно, блін. Со станції генератор. Мене поставили головним. Виходить, тут генератор на телефон і на зарядку, і генератор на этом стоит, на горисполкомі. А как организовались это все? Ну, своими силами. Вот бензин был со станции, бензин был с ремстройцеха был бензин. Люди своими силами, там кто 2 рубля, кто рубль. Поэтому, ну, люди дают. И давно он так работает? Ну, это уже неделю. Ну, вот как, можно сказать, с 5 числа люди заряжают телефоны. Мы работали, нам пришлось в подвалы спуститься 3 числа, когда начался обстрел Николаевки со всех сторон. Поэтому 3 и 4 мы находились 2 суток полностью в подвальном помещении, а 5 утром мы уже вышли на площадь, и вышел весь народ, и мы организовали сход населения. И все вышли, все, я в том числе подметала возле подъезда, убирали все, что разбито. Сколько людей пострадало? Николаевка, пострадавших у нас семей, около 150 семей. Зарегистрировано официально сейчас около 50 человек погибших. Справді складно уявити, що це житловий будинок. Типовий, такий самий, як будинок праворуч, ліворуч, бачимо десь. 7 вікон на кожному поверсі, двоповерховому. А зараз тут видно, що є там тарілка десь, подекуди чашка. Якісь речі, я не скажу, навіть вціліли, радіатор. Але все одно стоїш і не можеш просто уявити, що тут були звичайні квартири, що ці всі речі, що це не було там десятки років тому, а відбулося тиждень тому, так, і все це далі тут лежить. Ось це у нас тут операційне, ще от, навіть ми не вивезли лампу. Тут у нас було 2 стола, і ось це тут ми оперували. Ну, 3 числа, звісно, це був в бронежилетах наша скорая помощь привозила этот. Первая бригада возила, значит, раненых, которые этот были всякие. Были и женщину привезли одну, это вообще кошмар. 2 руки, 2 ноги валялось отдельно, еще скорая их собрала. После этого эта бригада просто выехать, ну, фельдшер не смогла, у нее был моральный нервный срыв. Пришла другая бригада, поехала. Хирурги, конечно, сидели, они не разгибаясь. Поток больных, того сгружаем, того ложим, и вот так вот это все шло. У нас тут были товарищи-ополченцы, которые пришли к нам 2 числа, как они заявляли, нас защищать. Они что-то все бегали, что-то там, но мы не видели, что они там с этим оружием делали, потому что особо нельзя, мы-то ворчали и так этот, но особо ж не приближались, потому что могло уже заклинить, мало ли, и стрелять могли, и все что угодно, они нам угрожали, потому что тут угрозы шли, что это, вот. Но где-то часа в 3 они уже этот, тут прибежал какой-то, давайте собираемся туда-сюда, и вот это они ушли. Они пытались еще забрать наши скорые, но, в общем, мы отвертелись. Вроде бы завгар куда-то ушел,
мешок, ключей найти не можем, нам некогда. В общем, вот так вот. Слава Богу, так обошлось, машины наши остались на месте. В центре забрали амбулаторные это самые машины, а наши ЦРБшные остались. Вот в Миколаївській лікарні побачила на стене такое повідомлення, как спастись, если вы оказались в зоне боевых действий. И видно, как рукою кто-то написал, никак.